Ми спілкуємося з Андрієм Бузаровим, політологом-міжнародником. Власне, ми говорили про перспективи лібералізації, точніше, ви завершили на цій темі, а говорили ми в контексті конфлікту, ну, такого собі, між МЗС і Генпрокуратурою. Власне, я завжди запитую, чи не є певні маніпуляції зараз в засобах масової інформації про певні конфлікти або певні там вкиди стосовно там майбутніх голосувань і в парламенті на наступному тижні пленарному, власне, підготовкою до того, що жодних візових поблажок для українців не збираються робити. Насправді, заяви вищих чиновників говорять про сподівання і жодної впевненості. І в той же час от розігруються ось такі моменти, коли виходить на поверхню там різні скандали і тому подібне. Да, нельзя исключать это продолжение той темы, о которой я говорил, что глобально высшее руководство страны безусловно владеет информацией о перспективах получения или не получения безвизового режима Украины, понимая о том, что перспектива довольно туманна с 1 января 2016 года. Сейчас создаются такие действия, которые могут каким-то образом потом аргументировать отказ. Засідання відносно європейських чиновників відносно цього в грудні буде відбуватися. Да, вони мали вирішувати це питання стосовно в 2000, що буде лібералізація стосовно 2016 року. Про що йшлося? От, власне, якби вони дозволили, то що б тоді українці отримали? Короткострокове право перетинати кордон на тиждень, на два, які це преференції були, чи про це навіть і не ще об этом невозможно говорить, ніхто не знає. В том-то і весь смысл, що якщо б утвердили или утвердят, скажем так, план, дальше должно быть чётко принято рішення со стороны європейських інституцій, в какой формі безвізовий режим буде действовать для України. То есть будет ли он распространяться на туристические визы, или на туристические и на рабочие визы, как вопрос по биометрическим паспортам будет стоять, очень много моментов. То есть там как с молдаванами, он по-своему вводился безвизовый режим. С странами Балтии, когда вступали они в Европейский Союз, по-своему было. То есть для каждого свои нюансы. Для Украины точно так же в целом, ну, будут какие-то дополнительные, я думаю, объяснения и толкования того, как он будет действовать. Но опять же, все упирается в геополитическую эту проблему. Будет ли он вообще введен, и когда он будет введен, я не знаю об этом. Я не верю в то, что он с 1 января, ну, как вы, думаю, и вы, большинство граждан Украины, понимают, что это технически очень сложно сделать сейчас. То есть даже если скажут, все, давайте, как дальше вводить. Пока что общественное мнение, информационная составляющая, как вы сказали, готовит общество к тому, что с 1 января 2016 года безвизовый режим не будет действовать. Mm-hmm. Ну, але тим не менш, в парламенті має бути, ну, знову ж таки, Павло Клімкін, міністр закордонних справ. Це може в тому ж контексті, що ми говоримо, підготовка до фіаско, чи як це назвати, чи відмови. Ну, не фіаско, тоді... Відстрочка. Відстрочка? Все-таки, да. Ну, тоді навіщо було так нагнітати питання, що буде, буде, обіцяємо, сподіваємося. Сьогодні найбільш критичне питання – 12 законів для лібералізації. На цьому посадовець наголошує, правильно, дає певний меседж, спираючись на парламентський майбутній тиждень, де будуть розглядати закони, зокрема, щодо Трудового кодексу, там недоторканності депутатів, антикорупційні законопроекти, там арешт майна і спецконфіскація, і також щодо створення нацагентства із розшуку та повернення активів, отриманих від корупційних дій. Розумієте? Теж готується певне поле. Справа в тому, що Верховна Рада може їх ухвалити. Конечно. Ці законопроекти в першому читанні проголосовані, зокрема, що спецконфіскації, вилучення майна і бюро, і нацагентство, яке буде шукати ці гроші корупційні. Власне, а от раптом депутати візьмуть та й ухвалять ці закони, і що тоді? Тоді справді замайорить зелене світло? Чи навіть на це не зважається? Нет. Ви на це навіть не звертаєте увагу? Даже если, как вы сказали, за час, или за два, или за день їх утвердят, то со своей стороны министр иностранных дел Украины, руководство Украины, да любой депутат провластный скажет, что мы сделали со своей стороны все, дальше действия за Европейским Союзом. То есть мы все выполнили. А почему они не дали, это вопрос там уже к сирийским беженцам, афганским беженцам, которые заполнили. Mm-hmm. То есть это не наша вина. Ну, от ще кажуть, що проблема в стосовно антикорупційних не тільки законів, а взагалі реформ. Є проблема саме в цьому загвоздка, тому що ми вчора спілкувались з народним депутатом від Батьківщини Шкрум. Вона казала, що в неї достатньо оптимістичне налаштування стосовно ухвалення законів, але, каже, є певні позиції, по яким
яким ми мали дати безвіт. І одна з них – це, власне, антикорупційне законодавство і реформи, які здійснені по цьому плані. Що в цьому зроблено? Чи не зроблено взагалі нічого? Я думаю, це комплекс питань і... Частично что-то сделали, частично не сделали. Частично все прекрасно понимают, что некоторые законы, которые подлежат ратификации со стороны парламента, они довольно революционны для Украины. То есть ряд этих законопроектов по аресту имущества и так далее, это необычная практика юридическая. Для этого нужен целый ряд инструкций исполнительных ветвей власти, чтобы потом их имплементировать в жизнь. За два часа это все сделать нельзя и вести это все нельзя. То есть чисто формально сделать можно, но дальше потом это нужно исполнять, соблюдать и контролировать. Это довольно трудно. Поэтому есть какие-то, естественно, сложности с этим. Кроме того, один из депутатов, по-моему, Сан Помич недавно сказал о том, что они не собираются голосовать за некоторые законопроекты, и сказал, что, скорее всего, вероятность есть, что Украина ни в этом, ни в следующем году не получит безвизовый режим. Поэтому нет консенсуса среди депутатов Верховной Рады по поводу вот этих вот законопроектов. Тоді яких заяв чекати від прем'єра, президента, спікера Гройсмана, якщо ми не отримаємо, ну, такої перспективи? О том, что это объективные причины, не они виноваты. Это общая ситуация такая геополитическая. Виновата либо Россия традиционно, либо беженцы Сирии. То есть мы все сделали со своей стороны. А почему Европейский Союз не принимает решения? Ну, нужно подождать. Значит, мы не все, может быть, не готовы еще для этого. То есть я думаю, в таком контексте все это будет звучать. Отказ не будет, я перебью вас, извиняюсь. Да. Не думаю, что отказ будет. Скажут, что просто отсрочка. Поскольку есть некоторые факторы, которые говорят про то, что все-таки рано или поздно безвизовый режим дадут. Вопрос, например, биометрические паспорта начали готовить. То есть, естественно, это доказательство косвенно того, что рано или поздно надо будет безвизовый режим делать. Ряд заявлений европейских чиновников было о том, что вопрос безвизового режима решен, только вопрос срока стоит ребром. Поэтому я думаю, что косвенно можно говорить про то, что рано или поздно дадут, весь вопрос во времени.